привет! Лето, пора отпусков. Но если сменить обстановку и уехать не удается, а перемен хочется, можно поменять шторы. К тому же они защитят комнату от яркого летнего солнца. На многих сайтах сейчас огромный выбор всевозможных штор со скидками. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Главная задача штор – создавать уют, домашнюю атмосферу, зрительно добавлять легкости и пространство, защищать от посторонних глаз, подчеркивать форму окна, маскировать недостатки. Выбирая шторы, нужно учитывать такие критерии, как стиль, цвет, форма, тип ткани. При гармоничном сочетании комната будет иметь идеальный внешний вид. Выбирая шторы для кухни, следует помнить о том, что они не должны создавать помех во время приготовления пищи. Важно, чтобы рядом с окном не было газовой плиты, если имеются легкие, не спадающие занавески. Это предотвратит вероятность возгорания. Немаловажную роль играет и ткань, из которой делают шторы. Если нужна преграда для солнечного света, то выбирайте ткань плотную и тяжелую. Такие портьеры особенно хороши, если комната выходит на солнечную сторону. Но они не подходят для маленького помещения, так как уменьшают пространство. Создать эффект простора помогут легкие и светлые ткани. Такие занавески нетрудно содержать в чистоте благодаря простой форме и практичному материалу. Они легко отстирываются, быстро высыхают, на них не остаются следы жира и разного рода брызги, не впитывают запах от еды. Цвет занавески должен соответствовать общему дизайну. Со стенами нейтрального цвета хорошо будут смотреться яркие шторы. Чтобы зрительно увеличить маленькую комнату, цвет штор должен быть подобран под цвет стен. Подойдут такие оттенки, как светло-зеленый, бежевый, лавандовый, голубой и жемчужный. Стильное оформление темных расцветок допустимо лишь при наличии римских штор и штор ламбрекенов. Если окна выходят на солнечную сторону, лучше взять текстиль более темного оттенка. В противном случае шторы должны быть сделаны из легкой, почти прозрачной ткани. На сайте Озон две шторы для кухни Витера сейчас можно купить с 40% скидкой за 888 рублей. Прежняя цена комплекта 1481 рубль. Шторы крепятся на ленте, есть выбор цвета белый и бордо. Шторы из тергалета легкие, струящиеся с мягким блеском. Они прекрасно драпируются, создавая элегантные складки и эффектно смотрятся в любой комнате. Рекомендуется ручная стирка или автоматическая на деликатном режиме при температуре до 30 градусов. Сушка в расправленном виде в вертикальном положении. Гладить запрещено. На сайте Яндекс.Маркет шторы для кухни Витера Мелисса сейчас продается за 575 рублей. Крепление на ленте, ткань полиэстер. В наличии шторы белого, желтого, красного, голубого и зеленого цветов. На сайте магазина Хофф шторы на ленте Ванды сейчас предлагается со скидкой в 33% за 999 рублей. Ее прежняя цена 1499 рублей. Изготовлена из полиэстера, способ крепления на ленте. В наличии цвета беж, серый, темно-синий и сиреневый. На сайте Шейн плотные шторы цвета беж с рисунком сейчас можно купить за 810 рублей. Цена указана за одну штуку. При регистрации на сайте можно получить дополнительную скидку в 10%. На сайте H&M две хлопковые шторы для детской сейчас можно приобрести за 2299 рублей. Есть выбор рисунка. На сайте Bonprix комплект из двух штор сейчас продается со скидкой за 990 рублей. Плотные однотонные шторы из высококачественного микроволокна особенно понравятся тем, кто любит сдержанный и утонченный стиль в интерьере. Шторы достаточно универсальны и по стилистике прекрасно впишутся в любую гостиную. На выбор два типа крепления – на карниз штангу или на карниз шину – предлагается во множестве вариантов расцветок. Что касается популярных цветов, то сейчас актуальны такие оттенки, как серый, серебристый, металлик, дымчатый, цвет мокрого асфальта. Благодаря различным оттенкам серого дизайнеры проводят разные эксперименты. В дизайне интерьера по-прежнему остается востребованным эко-стиль. Для него выбирайте шторы белого, коричневого, зеленого, бежевого цветов. Еще одним новым трендом в цветовой гамме является фиолетовый цвет. Он отлично гармонирует со светлой цветовой гаммой интерьера. Это был Шоппинг-навигатор, ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами!